Я этим занимаюсь уже практически 3 года. Вот так вот хожу по торговому центру и никак не могу найти себе футболку. Старая так жмет, что аж руки опухли. Пиздец! Смотри, какой секси. И так всегда. Я спрошу, где футболки купить? Они фоткаются со мной. Пидоры! В письку колешь? Не-не. Не, а если проверю? А, ну тогда да. Молодец, парень, молодец. Фу, блядь. Ты чё, охуел? Ну я ему такой говорю, знаешь, как бабы ногти чистят? Красят, вот. Часто меня называют пидором, но у меня есть аргумент. Я им говорю, что пидор — это ты, а я нет, вот так вот, да. Да, рыжий тоже может сфоткаться. Ой, фу. Шептуны легко отгоняются. Кольнул в руку, трахнул суку. Мои базуки обладают целебными силами. Ведь когда убогий парализованный коллега-инвалид-дебил прикладывает свою обездвиженную конечность к моей руке, она начинает чувствовать эту обездвиженную руку, которая по-прежнему парализована. Но, к сожалению, у них есть и негативная сторона, приводящая к моментальному ПМСу всех баб в радиусе 100 метров и заставляющая шутить их у себя не в голове, а через рот. И я говорю продавщице, дайте вон те очки. А она мне говорит, они вас полнить будут. Но я же не дура, чтобы их есть. Ну хули ты за мной ходишь-то, мужик? Ты еще рот закрой. Вонять!